как сделать жизнь изобильной, как увеличить свои доходы, как получать максимальное количество удовольствия от своей жизни. Обо всем этом поговорим в этом видео. Приветствую, меня зовут Павел Кольцев, я тренер, коуч, психолог, уже более 20 лет, с 2000 года. Я помогаю людям стать богатыми, успешными и счастливыми. Это можно сделать достаточно легко, если есть специальный алгоритм, специальные формулы. И для того, чтобы ваша жизнь была изобильной, необходимо использовать специальную формулу. Вот она, посмотрите, пожалуйста, на нее. Очень простая. Она состоит из нескольких компонентов. Первое – это любовь. Любовь к самому себе, любовь к тому, что вы делаете, любовь к жизни. Второе – это экшен, действие, предназначено для того, чтобы заработать деньги, выйти на тот уровень жизни, который вы хотите. Третье – это P, power, ваша личная сила. Четвертое – F, финансовый потолок, финансовый потенциал. Те ограничения, которые у вас стоят, которые мешают вам, собственно, увеличить ваши доходы. И все это уменьшается при помощи ваших внутренних конфликтов, того, что отнимает у вас силы, энергию, радость, желание действовать, деньги и так далее. Обо всем этом мы будем говорить на моих крутейших вебинарах «Формулы изобилия». Чтобы зарегистрироваться, нажмите, пожалуйста, по ссылочке под этим видео. И там будем подробно разбирать, первое, из чего состоит каждый элемент, второе, как его прокачать. И третье, как, собственно, стать богатым, счастливым, удачливым человеком, который легко исполняет свои желания, исполняет свои мечты. Я вот захотел отдохнуть, и сейчас приехал, это озеро Большое Яровое, сейчас вот тут пойду купаться, как видите, оно совершенно потрясающе, как на море, и, в общем, погода мне очень нравится. Так вот, один совершенно неочевидный нюанс. Если вы хотите, чтобы у вас было много денег, у вас должно быть много энергии. Пока вы маленький, слабенький, дохленький, хиленький, пока вы трусливый, ленивый, немалоэнергичный, к сожалению, большие деньги вам не светят вообще. Потому что большие деньги напрямую связаны с количеством вашей личной энергии, вашей личной силы, которую вы готовы вкладывать в зарабатывание этих денег. Не всегда нужно лично там бегать, махать руками, там, не знаю, пинать людей, организовывать, но энергия вам нужна для того, чтобы придумать схему, придумать алгоритм, придумать способ, как вы можете заработать. Может быть, вы не так давно, если помню, у нас была эпидемия ковида, у меня когда был постковидный синдром, он мог просто так вот лежать, ничего не делать, и я денег зарабатывать не мог, в прямом смысле, потому что мне было очень хреново, очень плохо. И люди очень часто как раз недооценивают вот этот компонент, именно power, личная сила, та энергия, которую вы можете использовать для повышения уровня вашей жизни, для того, чтобы вы могли увеличить свои доходы. Потому что чем больше у вас энергии, при прочих равных, тем больше у вас денег. Если вы хоть раз сталкивались с успешным предпринимателем, успешным бизнесменами, среди них нет таких вот малахольных, каких-нибудь слабеньких, я весь такой из себя творческий, я вот ничего не хочу делать, я буду заниматься творчеством. Нет, как правило, успешные люди, они очень энергичные, очень хваткие, очень целеустремленные. Это одно из важнейших качеств, если вы хотите увеличить свои доходы. Так что, если у вас пока что есть провалы по энергии, пожалуйста, регистрируйтесь на вебинар «Формула изобилия». Там мы будем с этим разбираться, там я буду давать вам совершенно неочевидные способы, как можно легко у себя прокачать уровень энергетики, и который, в общем, не стоит никаких-то больших денег. Более того, часть способов будут вообще бесплатные, которые денег не требуют, которые потребуют просто небольшой корректировки того, как вы живете, того, что вы делаете. Я сам этими штуками пользуюсь, и как раз вот эти штуки помогли мне все время выползти из постковидного синдрома, восстановить свой уровень энергетики и, собственно, начать нормально зарабатывать. Так что, если у вас есть друзья, приятели, знакомые, которым тоже было бы интересно увеличить свои доходы, зарабатывать больше, при этом быть счастливым, гармоничным, удачным, везучим человеком, пожалуйста, поделитесь с ними этим видео, они будут вам благодарны. Потому что, еще разок, один из самых важных компонентов – это ваша личная сила, уровень вашей личной энергетики. Чем ниже уровень энергии, тем меньше денег. Чем выше уровень энергии, при прочих равных, тем денег будет больше. Поэтому вам нужно работать над повышением вашей личной силы, вашей энергетики. Обо всем этом на моих вебинарах «Формула изобилия». Ссылочка находится ниже под этим видео. Пожалуйста, регистрируйтесь. Также, если вам понравилось это видео, нажмите на кнопку «Лайк». Подпишитесь на мой канал, нажмите на колокольчик, чтобы получать уведомления о новых видео, потому что я планирую выкладывать для вас новые ролики регулярно. И в комментариях под этим видео напишите, пожалуйста, что вы думаете по этому поводу, что вы думаете по поводу вашей энергетики, насколько она у вас высокая либо низкая, как вы думаете, как вы сами у себя замечали, насколько вам легко зарабатывать деньги, когда у вас много энергии, и насколько вам легко или там наоборот тяжело зарабатывать деньги, когда у вас мало энергии.
потому что это один из самых, к сожалению, недооцененных компонентов в деле увеличения своих доходов. Быть просто умным, к сожалению, мало. Если бы для того, чтобы быть богатым, успешным, достаточно было быть умным, у нас бы все выпускники вузов с красным дипломом были бы миллионерами. Однако это не так. Однако, среди прочих равных, больше деньги зарабатывают те выпускники вузов там с красным дипломом, у которых высокий уровень энергии, которые могут много действовать, которые могут перепробовать много разных гипотез и найти именно тот способ, который именно для них подходит наилучшим образом для зарабатывания денег. То же самое может быть и у вас. Вы тоже можете найти свой способ, как лично вам прокачать вашу энергию и как сделать вашу жизнь максимально богатой, счастливой, гармоничной, чтобы вы могли избавиться от тех ограничений, которые вас тормозят. В частности, будем говорить на этих моих вебинарах «Формула изобилия», как исправить вот этот компонент – ФП. Ваш финансовый потолок, потому что если вы зарабатываете меньше, чем 300 тысяч, значит, у вас вам на башку давит финансовый потолок, который ограничивает ваши доходы, который не дает вам увеличить ваши прибыли, ваши заработки. И я знаю, как это можно исправить, как можно финансовый потолок поднять легко, буквально там, не знаю, где-то примерно за час. И про то, как это сделать, также буду рассказывать на вебинарах «Формула изобилия». Так что, пожалуйста, регистрируйтесь по ссылочке под этим видео. Буду очень рад вас там видеть. Благодарю за внимание. С вами был Павел Колесов. Мой персональный сайт pavel-kolesov.ru. И да пребудет с вами сила и любовь. Я в вас верю, у вас все получится. Счастливо!